Как приятно на таком замечательном мероприятии встречать замечательных друзей. Знакомьтесь, Дмитрий Авдиенко, это организатор чемпионата Max Power Cars и Max Power Bikes. Дима, очень рада тебя видеть. Расскажи, с чем ты к нам пришел? Взаимно, мне тоже очень приятно присутствовать на этой выставке. Замечательное событие, очень полезное для нас, как для чемпионата, поговорить со всеми после сезона, обсудить прошедшие гонки, обсудить планы на будущее, познакомиться с интересными компаниями. В прошлом году, к примеру, мы на выставке нашли практически партнера на чемпионаты Max Power Cars и Max Power Bikes. Так что очень интересное мероприятие. Сегодня меня позвали еще выступить на конференции, посвященной мототрек дням, рассказать о нашем чемпионате. Так что очень много интересного сегодня будет здесь. Замечательно. Твои пожелания организаторам, что скажешь? Организаторам продолжать это дело. Такие выставки нужны, особенно у нас на фоне другой мотоциклетной выставки, которая практически выродилась и умерла. Такое позитивное событие, которое по окончании сезона собирает всех, очень нужно в России. Скажи, то есть сейчас будет конференция, и ты будешь рассказывать о мототрек-днях. Это в рамках чемпионата Max Power Bikes? Да, туда пригласили организаторов всех мотоциклетных серий в России, любительских серий, да, и я как один из организаторов Max Power Bikes тоже там выступлю, расскажу, надеюсь, что-то интересное расскажу. Дим, рады тебя очень видеть, желаем тебе насладиться выставкой, потому что она огромная, сегодня самый у нас жаркий и веселый день. Конференция у нас начнется в 12 часов в павильоне 7А в конференц-зале на втором этаже, ждем всех, спасибо.